Дан старт большому призу для лошадей 2 лет арабской породы. Опять же, никто не торопится. Мы отмечали, Сергей, по резвости это было видно, что сегодня дорожка довольно тяжелая. Жарко. Песок сыпучий. Поэтому раньше времени никто в бой не рвется. Эдинбург лидирует, при том, что Руслан Сижажев его сдерживает. Полевой стороной ветролом под седлом Рустама Панжокова. Ну и Мырзабек на прогресс в Кавказе тут же по бровке. В этом же порядке 3 лошади, принадлежащие Эдуарду Мардуховичу, движутся по противоположной прямой. Эдинбург, полем ветролома, и между ними прогресс. Прогресс Кавказ, разумеется. Лошади входят в последний поворот. И Рустам Панжоков на ветроломе захватывает Эдинбурга и высовывает шею вперед. Ветролом. Прогресс Кавказ с третьим. Эдинбург возвращает себе лидерство в повороте. Сейчас уже будет выход на финишную прямую. Скачку ведет Эдинбург, на втором месте ветролом. А там какую-то сумасшедшую резвость нам в повороте демонстрирует Эдинбург. В 31, ухо, и отрывается от соперников и соконюшников по финишной прямой. Эдинбург уверенно лидирует по финишной прямой перед трибунами. Приближается к финишу и уверенно выигрывает большой 2-летний приз для лошадей арабской породы. Эдинбург первым. Ветролом и прогресс Кавказ.